В Европарламенте предлагают отменить роуминг для Украины. Это инициатива из проекта доклада евродепутатов, который подготовлен к саммиту Восточного партнерства. Он состоится 24 ноября в Брюсселе. Но до этого документ еще должен рассмотреть Комитет по иностранным делам. Изменятся ли тарифы на связь внутри страны, если роуминг Европы отменит? С таким вопросом мы обратились к мобильным операторам. Большинство пока не ответили, но один из крупнейших уклончиво заявил, мол, это дело далекой перспективы. Европарламент пока дал только рекомендации о рассмотрении вообще самой возможности отмены роуминга для украинцев. И это может быть очень длинной историей, так как Европарламент, он не инициирует свои собственные законы.